Всем привет, ребята! Сегодня у нас снова чучел, у которого вот под шляпкой муха. Я видел, что 11 просмотров набрало вчерашнее. Чего? Прикольно. Так. Ага. Что дает этот Бобби? Бобби дает умножение, да? Ёжик хочет этот Бобби. А что будет, если ёжик этот Бобби съест? Да-да-да. Это умножение чучела. А теперь все вместе давайте собрались. И побежали к монстру. Ну как обычно. Длиннющий язык. А что дает эта спиралька? Сейчас увидим. Ну-ка. Прикольно. Я пушок. Так, а вот это вот что? А как ты будешь сейчас толкать? Вот это я ядро пушечное. А это что? Курочка. Прикольно. Ну, раз я курочка, я же уже и не чучел, да? Привет. Курица битбоксер. Да, спасибо, спасибо. А теперь вишенку мне дай. Я не чучел. Ну зачем ты это все повторяешь? Время мое тратишь. Нет, я не чучел. Так, погодите. Я закрыл ему рот. А что будет, если... Курочка умеет летать. Прикольно. Ой, фу. Ага. А это что за дерево? Какой прикольно бьется головой. Бедная уточка. Золотое яблоко. Ну-ка, как в Майнкрафте. Сейчас станем квадратным, да? Паучок. Прикольно. Ну-ка. А на паучка ты что скажешь? Опять танцует. Эй, слышь? Как бы паучков он не боится, понятно. Бедный чучел, ему достается по полной программе. Ага. Вы это видите? Сейчас мы тебе проучим, по башке дадим камень. Куда полетел? Чего? Эй! Понятно. А что если он собирает свои глаза или что? А что если... Понятно. Я могу... А что если достать своего друга? И накормить его? Да-да, я понял. Вы как роботы, вам нужно конкретнее сказать. Так, какая дает что? Сейчас попробуем грушей накормить. Надо, да?
ушей запихали в рот. По своей старой привычке он кричит во все. Уточка. Но это не то, да? Хорошо, значит нужно золотое яблоко. Золотое яблоко, по-моему, превращает в паучка. И тогда мы закроем эти рты, и, возможно, он заснет. Кто бы он ни был, тут такие существа. Так, сначала кормим его. Спим. Отлично, теперь мы этого паучка поставим вот сюда. Уже стало чуть потише. Это круто. А то мешают эти песни, как дрель соседей. Ей-богу. Давай, бери яблочко, превращайся в паука. Спайдер-чучел, спайдер-чучел. И встаем в очеды. Ну-ка. Сработало! Вот это краб! Вот это землетрясение! Они пропали! И яблочки пропали! Давай к вишенке, чучел! Давай, ты сможешь! Давай, мы в тебя верим! Опять эта рука обезьяны! И снова вечеринка мостника, да? Желе? Привет! Это что за ушко? А, это руки! Руки в боки! Давай, давай, сейчас обматерим его! Ах ты шутник такой! Сейчас мы... А, понятно! Оп! Ну что ты делаешь? Блин, а можно как-то другие варианты, другие. Ну-ка, сейчас поделится он реально с нами. Ах ты! Все, за это смерть. Нужно тарелку перевернуть, нужно его съесть, нужно что-то сделать. И оп. Нет. Так, а что если на глазик нажать? Нет, не надо, ах ты ж зараза. Ах ты ж такой, сейчас. А меня ты не хочешь съесть? Просто покрупнее. Отлично. А что делаешь? Проказник. Спасай мышонок. Все подставили. Не жизнь, а чучел. А ты чё за яйцо в глаза отдали? Ёжик! Отдай ёжика! Вишенку отдай! Ладно, на ёжика всё равно. Вишенку хотя бы отдай. Воу, воу! Ложка-то тяжеленная. Нужно держать баланс вот так вот. Подходи, сейчас я тебе... На! Получай! Сейчас мы разобьем это яйцо. Гони ёжика! Я ж хотел вишенку! Давай, на тебе, вишенку отдай! Ловлю вишню! Давай! Это не вишня! Это что за подстава?
чучело все подставляю. Как хорошо, что у меня вылезла запись. Точнее, вылезла надпись, то, что запись закончилась. А то бы я и не понял. Пик-пик. Пик-пик, как будильник. А то что? Ты пленки пираньи? Жесть. Шляпка. О, какая вишня. Чучел, ты просто сейчас обалдеешь. Глаза? Так, чучел, ладно. Возвращайся к маленькой вишенке. Сейчас. Да, большая вишня съела чучела. Что за бред? Пол чучела, а где еще пол чучела? Давай сюда. Сюда, давай. Чучело на базу. Вот. Теперь склейся. Как в том и Джерри. Да, вот так его ругать надо. А где шляпка? Вот именно. А, сейчас я тебя. Чучел такой. Это не наша шляпка. Эй. Какого... Эй, он все шляпы в мире съел. А вот и наша. Опять съел, да что ж ты будешь делать? Ёжик, выручай. Воу. Ёжик, сегодня мы с тобой полетаем. Космонавты, я готовлю тебя. Не, не прокатило. Нужно стрелять куда-то. Нет, нужно как-то прицелиться. Почему-либо. Сейчас. Так, бахнет. Не должен он летать, как будет, эй. Вокруг земли. Кругосветное путешествие у ёжика. Что если вниз? А, нет. Нужно попасть. Ага, он может подскакивать. Что мне нужно делать? Ладно, подсказка. Ага, спасибо. Чучело, если все знаешь, то почему не делаешь? Нужно попасть вот в это вот чучело. Вот в это вот. Но как это сделать, я вообще не знаю. А-а-а, это палочка. Эй! Эй, братан! Братан! Да, он не разговорчик. А ты? Да, я понял. На каком-то миньонском языке ты говоришь? Ладно, на этом я застрял. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, как-то вот, чтобы он перемахнул через эту палочку. Понимаете? Это очень сложно, но можно. Нет, еще ниже надо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии насчет этой игры. Да, давай падай. Куда надо. Жалко, что он не может упасть сам. Оп. Серьезно? И вот поэтому я так долго корячился. Иди сюда. Оп. Серьезно? А ларчик просто открывался. Ага, понятно. Еще одна штука пришла. Да. Чего? Да это ж нереально попасть. Оно еще с крыльями. Так, нужно его разбудить. В общем, всем пока на этой странной ноте.